Всем привет. Как раз после утренней тренировочки. Самое то провести прямой эфирчик. Давайте здороваемся, представляемся. Кстати, есть возможность задать вопросы. Хорошо ли слышно меня? Вот. Тренировки, утренний кофе на природе. Это просто кайф. А знаете, с чем? С конфетками. И это никак не мешает проекту «Корректура». Абсолютно. В проекте «Корректура» можно, в принципе, баловаться всем, чем хочется. Реально. Ну, реально, друзья. Не надо действовать так, как действует суперпрофи, а загоняя себя в какие-то немыслимые рамки. Но вообще речь не об этом сегодня пойдет. А вот о чем. Значит, буквально через 2 недели у меня начинается новый проект, второй уже из этого цикла, который называется «Галопом по Европам». То есть это поездка, автотуризм в Европу, по ряду стран, по каким, ну, некоторые там известны заранее, такие как Польша, Болгария, Чехия, а остальные, как Бог на душу положит. Ну, что захочется сам зацепить. Куда захочется, туда заедем. Может, в Австрию, в Германию, в Словению, еще куда-нибудь там. Вот. Вот таким образом. Везде с собой у меня будет макивара. Моя макивара, МБШ, на которой я буду везде, как говорится, тренироваться. Ну, конечно, я не только ее с собой беру, не только ее, я еще беру с собой. Чего ты хочешь? Ясно. Я еще беру с собой петли TRX, беру с собой свою семью, которая будет заниматься тоже там. Вот. Будем и с сыном, и с дочкой тренироваться. Да, вот она, кстати, здесь. Она сегодня продрыхла, проспала больше, чем надо. Для тренировки уже пришел, она только собирается. Ну и что, и я тоже. Вот, ну ладно, как бы дальше тема. И в связи с этим, сам с отъездом, все физические товары, которые мы выпускаем, мы, в принципе, не сможем высыпать вам, если вы вдруг захотите приобрести. Причем, видите, это будет длиться на протяжении практически целого месяца. То есть, он продлится до 3-й недели, значит, августа. И получится, что те, кто хотел приобрести макивару летом, физически ее получить не смогут. И, как говорится, прозевают лето. Самую ту классную пору, когда стоит позаниматься как раз на макиваре. Просто ее прозевают. Будет очень плохо. Поэтому сейчас есть уникальное предложение. Вот за эти 2 недели, даже не за 2, а можно сказать за неделю, за 10 дней. Быстрее, срочно сбежать, оформлять заказы. Вот. И тогда все будет вам отослано сразу же после факта, значит, оплаты. И вы получите все это еще в июне. И сможете весь в июле, и сможете весь август нормально потренироваться. Для тех же, кто все-таки сомневается, не торопится, ну, смотрите сами. Заказать вы сможете все равно в любое время, даже тогда, когда мы все в отъезде будем. И даже будет специальная цена, стимулирующая, чтобы было легче принять само решение. Но вы закажете, проплатите или нет, в зависимости от того, какую форму заказа вы выберете. Но отгрузка в любом случае, если вы сделаете заказ уже после 20 числа, не после 20, да, после 20 числа, после 20 июля, отгрузка уже произойдет не раньше, чем числа 20-23 августа. Вот так вот. Это прям самое раннее. И то даже не факт. Потому что к этому времени мы только вернемся, и там будет полный завал аврал по работе. Там надо будет сейчас сгребать кучу заказов, кучу
всяких разных писем, и в итоге это затянется несколько дней. И не факт, что ваш заказ окажется одним из самых первых в разборе этих полетов. Ну вот, поэтому, как говорится, я вас всех предупредил, и не говорите, что вы не слышали. Да, кстати, где можно по поводу, значит, акций все посмотреть? Ну, под этим видео я, значит, обязательно оставлю ссылку, куда можно перейти для того, чтобы посмотреть, как можно воспользоваться этой летней, значит, акцией на тот период, пока не будет нас. Вот. Кто, кстати, к эфиру только что присоединился, обязательно посмотрите его в записи. Я его сохраню сейчас на Фейсбуке. Вот. А также подобный эфир появится и на Ютубе, на моем канале Life Channel. В общем, короче, везде я постараюсь оставить ссылки, где вы можете перейти, посмотреть, как сделать заказ по специальной летней акции, чтобы успеть летом еще потренироваться на макеваре. Потому что я говорю, у вас есть только 2 недели, чтобы приобрести макевары МБШ и камертон в это лето. После такой возможности уже не будет. Фактически они все будут отложены только на осень. Ну все, друзья. Салют. Кстати, всем обязательно это передайте. Дайте ссылки на этот эфир. И воспользуйтесь этой ситуацией. Всем пока.